прям в городе находится, вот доезжаешь и все, здесь упираешься вот в такую дорогу. Здесь эта дорога, она очень долго, она здесь, никто ее никогда не ремонтировал, я даже не знаю, куда соответствующие службы смотрят, не работают вообще. Ну вот что это такое? Такой маленький отрезок, а состояние дорог вообще ужас. Сейчас я вам дальше покажу. Здесь не то что машина, здесь танку тяжело проехать. Вот смотрите, какая здесь ужасная дорога, вот вся в ямах. И это вы видели, откуда я заехал. Это не какой-нибудь жилмассив, это микрорайон. Внутри города находится. И если они будут отмазываться, типа это к городу не относится, тогда я не знаю, я, наверное, в каком-нибудь маленьком поселочке живу. Вот смотрите, здесь такая ужасная дорога. Пока здесь проедешь, действительно можно с ума сойти.